Всем привет, с вами Тормод, и мы продолжаем играть в замечательную игрушку City Skyline. Ну что ж, наш город все развивается, становится все красивее и красивее. Давайте я вам немножечко покажу, что у нас здесь стало. Так, сейчас снимем с паузы. Как вы видите, двойные дороги у нас уже много где я сделал, очень много где. Тут у нас по многим критериям стало намного лучше, лучше стали проезжать в городе. Давайте я покажу, сколько у нас сейчас в городе. 3500 техники, и пробок у нас, как вы видите, вообще нету. Вот, посмотрите, вообще пробок нету. Вот эти вот... Ну, тут я сделал разные заготовки, как видите, здесь трамвайные пути. Я намечаю новые маршруты для трамвайных путей, но пока что прекратил. Потому что центр города, ну уж слишком становится слайд-шоу. Здесь уж очень много всего. И если вы вдруг будете делать, я так еще, про многоярусные дороги, то не забудьте, я вот, кстати, забыл поменять вот это освещение. Они очень высокие, и они у меня, видите, впиваются в верхнюю часть. И то же самое снизу. Как вы видите, вот эти у нас столбы, они уходят наверх. Либо совсем отключайте освещение, либо используйте, вот есть такие интересные столбики, вот они у меня стоят. Как видите, у них есть и сверху, и снизу. Ну, кстати, вот этот как-то очень сильно вниз упал. Давайте мы его поднимем. Вот, у него есть освещение у этих столбиков и сверху, и снизу. Сейчас я его приподниму. Иногда бывает, что после загрузки они почему-то падают вниз. Я вот не знаю, с чем это связано. Вот. То есть, если вы будете делать, то остальное освещение убираете и оставляете только вот эти столбы. И у вас будет все освещено. Снизу там вообще очень светло. Давайте вот пройдем. Посмотрите, насколько здесь все ярко. Ладно, не буду мучить вас все этими цветопередачами. Но городок у нас безумно красивый. Если попробовать Ctrl-точку, я боюсь, что игра даже вылетит. То есть, чтобы были видны все в высоком разрешении проб, текстуры. Сейчас в данном случае они не все видны. Как вы видите, вон они смазываются, когда мы отдаляемся. Ладно, давайте переходить и построим что-нибудь в нашем городе. Ну, начну я, наверное, с обычного. У нас куча не хватает товаров. Давайте посмотрим, кстати, что у нас. Импорт товаров 5500. Экспорт. Ну, мы экспортируем только горную промышленность. Кстати, давайте мы ее навестим. Да, смотрите, она немножко приободрилась. Сюда машинки уже ездят. Это хорошо. Так, ну что, у нас осталось всего один маленький райончик низкой плотности, который нужно переделать в высокую. И, в принципе, с центром города мы, наверное, закончим и будем дальше только расширяться. Все остальное я буду считать окраиной, хоть вот это вот и будет подходить к нашему центру, ну, к нашему городу. Но Замкадье, назовем это так, закадом с кольцевой дорогой, хотя это не кольцевая. Хотя, кто мешает ее закруглить? Ладно, все это мечты-мечты, давайте перейдем к работе. Переходим, и нам нужно сделать все это высокой плотности. Так. Выберем, наверное, кисточку, и вот так вот мы ее заменим. Вот этот кусочек, все это мы заменим на высокую плотность. А дальше будем разбираться уже с магазинами. Если нам будет не хватать магазинов, вот эту, кстати, уберем здесь. И вот эти кусочки тоже. А то я смотрю, у нас здесь здание прямо на дороге выросло. Давайте мы его удалим, и чтобы там у нас больше ничего такого не было. Кстати, вот еще одно здание
не надо нам зданий прямо на дороге. Вот так вот. Ну вот, почти все выехали, и сейчас сюда у нас направится большой-большой поток машин, и, наверное, даже мы встретим еще маленькие пробочки. Но это временные, только когда они будут въезжать. Сейчас мы с вами имеем 36 тысяч, и до мегаполиса нам нужно 40 тысяч. Всякие уникальные сооружения у нас есть, мы их потом поставим. Что я хотел? Я хотел кораблики посмотреть. Да, у нас уже есть порт. Вот такой вот порт. И, наверное, нам надо будет сюда спустить дорожку. Так, ну давайте займемся именно этим. Мы будем делать красивую дорожку, которая будет спускаться здесь по горам. Как бы это сделать-то красиво? Возьмем вот этот склон. Он не настолько резкий, вот как здесь. И попробуем спиралью спустить дорогу. Сейчас я все выставлю только нормально, а то у нас после моих всех изысканий здесь все выставлено неправильно. Так, вот так вот. Кстати, появилась новая модификация в Steam, которая позволяет все элементы, вот, которые я нажимал Ctrl-A, вот, это у нас, чтобы не было, ну, анархия дороги, Ctrl-A, Ctrl-S, чтобы прилипало, и то же самое Ctrl-B, все это выводится на отдельной кнопочке. Посмотрите, он сейчас в самом верхнем ряде, в самом топе находится эта модификация, она только появилась. Ссылку я, конечно же, оставлю в описании. Так, ну давайте опустим мы его в самый низ. Вот так вот, под ноль. И попробуем повести. Так, первоначально выведем вот сюда. И будем его сгибать. Давайте вот так и вот так. Так, это уже резко слишком. Вот так. Так. Вот. Ну, кажется, даже аккуратно получается. Так. А вот это слишком резкий. Слушайте, очень длинная дорога получается. Уж очень длинная. Не хватает еще одной модификации, которую бы мне очень бы хотелось сделать, чтобы не проваливалось. Вот мы когда делаем вот эту дорогу, у нас некоторые места проваливаются. Вот как-то, наверное. Вот видите, вот она не идет прямо, она проваливается вдоль. Кстати, вот таким образом, только надо будет ее обработать. Вот так. И вот так вот. Да, тут наоборот даже вверх пошло. Ой, как медленно ты опускаешься. Ну, очень медленно. Так, давайте я тебя удалю. Я лучше сразу же проведу вниз тебя, чтобы ты чуть-чуть вниз уходила. Вот это будет правильно.
Вот так вот. Не совсем резко, но уже. Ну как не совсем резко? Вот, и он опять начинает выкручиваться. Ладно, придется поднимать, чтобы все это сделать вот таким образом. И... Слушайте, я не думал, что все это будет настолько проблематично сделать. Серпантин-то... Вот. Эх. Вот. Чуть-чуть. Так, маленькими кусочками, иначе... Вы посмотрите, как он выкручивается. Вот из-за вот этих всяких... Что, 60 максимум, да? Ладно, берем прямую. Давайте попробуем так поработать. Как тебе заставить... Не сгибаться так сильно. Ну вот, максимум 60. Ладно, придется вот таким образом делать. Ну вот, уже что-то есть. Только сейчас мы вот этот уголочек сделаем нормально. Вот так. Вот это тоже сюда выдвинем, а это в эту... Ой. Эй! Тормоз, тормоз, что ж ты натворил? Так, Ctrl-Z, Z, 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 Z. Так, вот теперь все нормально, кроме вот этого одного куска. Давайте еще, наверное, Ctrl-Z. Попробуем вот это провести напрямую. Есть. Ладно, поехали дальше. Давайте приподнимем. Это уже максимум, да? У меня сейчас не включена анархия, поэтому мы с вами строим под теми углами, которые разрешены в игре. Чуть-чуть. Вот так. А дальше пошел слишком... Давайте вот так попробуем, да.
Да, слишком уж крутой спуск. Очень крутой. Ну, можно... Ну, вот так вот опустить. Вот так. Ой, тормоз. Но оно ж все ниже и ниже получается. Нормально. Вот. Наконец-то мы ее спустили. Вы посмотрите, какая, блин, хрень получилась. Ладно. Главное, чтобы это действовало. Я специально не хотел изменять здесь местность, чтобы спустить именно так и именно под разрешенными углами. Как бы это приблизительно выглядело бы в жизни. Я бы даже прокатился бы по этой дорожке, честно скажу. Наверное, мы так с вами сейчас и сделаем. Так, надо включить соединение, да. Ну, давайте уж исправим. Вот, теперь все правильно. Три туда, ну и здесь, конечно же, у нас по две будут. Вот, мы с вами спустили, давайте посмотрим, где у нас здесь... Ага, вот тут. Ну что ж, давайте вести. 100 тысяч у нас будет стоить порт. Давайте мы его здесь не будем ставить. Вот где-нибудь вот здесь поставим. Вот. Вот такой вот у нас порт. Хватаем дорожку. И ведем. Доведем ее вот до сюда. Да, все хорошо получилось. Здесь у нас мостик, здесь обычная. Ну вот. Вот такой вот у нас здесь порт. Теперь сюда нужно электричество протянуть. Ну, электричество не проблема. Мы сейчас с вами... Поведем электричество. Склон слишком крутой. Мне даже здесь не поставить электричество. Давайте я все-таки анархию включу. И это не помогает, да? Давайте Shift-P. Он тоже не помогает. Shift-P – это анархия для деревьев. Так, Ctrl-A не помогает. Слушайте. Придется тогда выискивать места... Ну, здесь мы точно не сможем. Что, здесь больше негде ставить? Ну, давайте вот так хотя бы. Придется по старинке вести. Вот по этим местам. К сожалению,
там у нас по старинке не получилось. Ну, здесь можно прям под ней проводить, я думаю. Ничего страшного. И поднять наверх. Да. А теперь спокойно. Здесь, видимо, тоже придется по старинке вести. Как говорится, все новое хорошо, но старые провода это ничто не заменит. Все, мы соединили, электричество должно пойти. Так, так, так. Ну вот от этих, кстати, можно даже отказаться. Нечего за них платить. Вот, здесь у нас так идет, здесь так. Все, теперь воду сюда везти. Вода. Ну, с водой я поступлю немножко более нещадно, я бы так сказал бы. По дорогам везти не буду. Вот вы уж простите меня, но проведу напрямую. Здесь мы по дорогам везти 100% не будем. Это... Ну, это тяжко. Так, ну что ж, порт. И, кстати, надо будет посмотреть, какие у нас здесь кораблики будут приплывать. И будут ли вообще, я здесь еще ни одного кораблика не видел. Интересно, это у нас пассажирский или грузовой? Пассажиры. Давайте грузовой поставим, чтобы он тоже был. Так, выбираем грузовой порт. Нет, не грузовой узел, а вот именно грузовой порт. И вот с этой стороны сделаем грузовой порт. Давайте, нет, даже вот как-нибудь. Да, вот так вот. И соединим наши дорожки. Вот так вот. Воду проверим. Ну, давайте здесь-то уж можно и провести под дорогой, чтобы все совпадало. Ну, надеюсь, что к нам придет хоть один кораблик, потому что я их еще здесь вообще не видел. Ну, вот этот порт, конечно, прикольно выглядит. Таким шлюзом. Красивый, правда? И давайте ночью на него посмотрим. Ну, честно сказать, не особо, но все равно. Что-то в этом есть. Такой у нас красивый портик. О, первые машинки у нас сюда заезжают. Это, видимо, работники. Ну что ж. Да, это, наверное, работники. А я хотел бы уезжающую машинку отсюда у вас схватить. Или, может быть, давайте... Я хочу прокатиться безумно по этой дорожке. Вот прям жажду. Не знаю, как вы, а я очень хочу. Вот у нас едет первая машинка. И поехали. Сейчас прокатимся, посмотрим, как выглядит наша... Как наш серпантинчик выглядит. Притом в ночной такой... Ой, вы посмотрите, какие виды! Ой, красиво-то как! Да, вот тут на планетка видна. Ой, это что такое было? Это надо исправлять. Видимо, я там анархию забыл выключить. Ой, какие... Слушайте, как на американских горках. Так, сейчас надо выровняться. Немножко прямо. И прокатиться. Я там вдалеке что ли корабль заметил?
нам будет плыть первый корабль. Кстати, надо будет посмотреть еще какие-нибудь такие очень красивые кораблики. Да, посмотрите, там вдалеке корабль. И вон один уже причаливает, и второй плывет. Да, вон лайнер причалил. А там грузовой идет. Не, ну безумно долгая дорожка, конечно, это ж нечто. Я думаю, мы пока с вами едем, мы сейчас встретим туристов, которые к нам приплыли на лайнере. К нам навстречу должна идти вереница машин. Ну, конечно, горки здесь безумные. Я не знаю, что пил архитектор, но точно его штормило. Вот точно, 100% его очень сильно штормило. Вы посмотрите на эти горки. У меня там кошак вкусняшку выпрашивает. Так, ну сейчас мы с вами доедем. Вот, посмотрите, к нам навстречу едет вереница машинок. Вот то, что я вам говорил. Вот они все, гости нашего города, на одинаковых машинках. Вы откуда появились? Это точно с земли. Все, машинка прибыла. И поехала обратно. Ну, ладно, мы уже с ней ездить не будем. Давайте на этом закончим сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Тормод. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!